Мэр Казани Ильсур Медшин посетил стройплощадки дорог по улицам Роща Фрунзе и Сибгата Хакима. Путь вдоль Рощи Фрунзе соединяет улицы Луковского и Зеленую. В перспективе свяжет Калинина и Вишневского. Завтра начнут укладывать асфальт. Дорожные работы и благоустройство завершат до конца мая. Движение планируют открыть в начале июня. Такие же сроки завершения работ установлены на продолжении улицы Сибгата Хакима с набережной Казанки. Ширина дороги 15 метров, тротуаров 3, светофоров не будет. Вместо них надземный пешеходный переход. Вопросы безопасности должны быть решены в первую очередь. Какие сроки вы... Вопросы безопасности дороги, пешеходные переходы, знаки, чтобы все эти вопросы были решены. Очень большой жилой комплекс, большое количество детей с колясками, с детьми, поэтому эти вопросы, смотрите, ну, они проектом предусмотрены, я прошу четко соблюдать. И вопросы благоустройства.